What is happiness for you? Мухомор желтый. Грибы Карпат. Может быть ядовитым. Этот гриб. Мякоть чистая. Значит, у него есть противоалкалоиды, противовредители. Поможем ему размножаться. И заберем вот этот боровичок. Я тут! Да. Нет, а ничего, это якісь поганки. Ні, поганки. Поганка, але вона завжди значить, що тут ростуть гриби. А є така натуральна поганка? Ні, ну це така коричнева. Ну, а де боровичок? Сатанинский гриб. Похож на белый, но с красной ножкой. Вот. Грибы Карпат. Очень похож на белый гриб. В пищу не употребляется сатанинский гриб из-за горького вкуса. Дивись, яка краса. Це я відео знімаю.